И в начале выпуска важная информация для жителей окружной столицы. В пятницу 15 ноября в Нарьян-Маре ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз дает Северное управление гидрометеослужбы. Согласно прогнозу, ночью с четверга на пятницу в окружной столице ожидается снег и метель. Днем 15 ноября будет идти мокрый снег с дождем. Ожидается гололед. Ветер южный 9-12 метров в секунду, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью установится на отметке минус 10-12 градусов, а днем может подняться до плюс одного. В связи с этим в окружной госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости быть бдительными и осторожными. Призываю наших уважаемых водителей быть предельно внимательным при совершении движения на своих автомобилях, при этом соблюдать скоростной режим, а главное учитывать те метеорологические погодные дорожные условия при совершении движения. Главное беречь себя и беречь пешеходов. Призываю пешеходов быть предельно внимательным. Ожидается у нас резкое ухудшение состояния проезжей части, это гололед. Естественно, гололед у нас, возможно, будет создавать условия для совершения дорожных происшествий. Поэтому всех уважаемых участников дорожного движения, водителей, пешеходов, пассажиров призываю быть предельно внимательным и беречь себя при ухудшении погодных дорожных условий. В выходные дни на территории округа сохранится неустойчивая погода. В субботу, 16 ноября, пройдут умеренные осадки, дождь со снегом, ночью ожидается сильный снег. Местами прогнозируется метель и гололед. Ветер западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до минус 5 градусов. В воскресенье, 17 ноября, пройдет небольшой снег, местами метель. Ветер юго-западный и западный 8-13 метров в секунду. Температура установится на уровне минус 3-8 градусов при прояснении до минус 15. Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть внимательными и осторожными.